Прошел месяц с момента проведения 4-го съезда оленеводов России. Госкомитет по делам Арктики подвел окончательные итоги съезда и поблагодарил участников за оказанную помощь в проведении мероприятия. Напомним, что съезд оленеводов впервые проходил в республике с 16 по 19 марта. В нем приняли участие 13 регионов России, которые занимаются ведением оленеводческого хозяйства. Также в рамках съезда была проведена выставка-ярмарка сельхозпродукции и народных промыслов, конкурс «Кочевая семья» и игры оленеводов. Подытоживая все итоги, мы можем сказать, что съезд у нас прошел на высоком организационном уровне. Значит, принята резолюция, значит, утверждена новая ассоциация, как бы ассоциация оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Избран председатель правления этой ассоциации, это представитель уже Республики Саха-Якутия, Добрянцев Анатолий Анатольевич, значит, который будет возглавлять ее 5 лет.